Почти за вековую историю он смог пережить гибель и возрождение моря, экологическую катастрофу, начало и крушение судоходства, рыболовства и судостроения. Город Аральск основан в 1905 году. Тогда первое поселение называлось Алтыкудық. Позже в этих краях появился морской порт и железнодорожное сообщение Оренбург-Ташкент. Заезжие купцы организовали крупные рыбацкие союзы и положили начало промышленной рыбной ловли. История помнит, как голодный 25-й год аральские рыбаки отгрузили 14 вагонов рыбы для голодающего Поволжья при Урале. Тогда никто и не предполагал, что через несколько лет Арал постигнет печальная участь. 60-е годы море начало высыхать. Каждый год оголялось до 10 километров морского дна. Исчезла рыба, закрылся порт. Перестали существовать судоремонтный завод и рыбокомбинат. Работы не стало. Люди были вынуждены покидать насиженные места. Так продолжалось почти полвека. Лишь в 2005 году с реализацией проекта регулирования русла реки Сырдарьи и сохранения северной части Аральского моря появился Кокарал и первое рукотворное море. Вместе с водой вернулась рыба, увеличились объемы ее добычи. На сегодняшний день мы экспортируем около 2000 тонн рыбы в Россию, Грузию и Нидерланды. Из 9 рыбоперерабатывающих заводов 2 имеют еврокод. С ростом экспортного потенциала наращиваем и сырьевую базу. Сейчас местные рыбопитомники ежегодно отправляют в водоемы до 15 миллионов мальков. Достижения есть почти в каждой сфере, в том числе и в социальной. В районе строятся жилые кварталы, объекты культуры, спорта, здравоохранения и образования. В прошлом году 99% выпускников 50 школ района стали обладателями государственных образовательных грантов. За последние 10 лет в районе появились 23 новые школы. Еще 8 в райцентре и в отдаленных селах появятся в рамках проекта «Комфортная школа». В городе строят большие планы, а к 95-летию в разных уголках района пройдут 95 мероприятий. Юбилейной дате также приурочат открытие ряда промышленных и социальных объектов. Райхан Ташбаев, Альхайдар Турлыханов, Кызылординская область, Хабар 24.